Тебе обуть нечего, люди не виноваты, Гульнабад. Не можешь, так не бралась бы. Думаешь, нам легко работать в поле? Даром трудодни никому не дают. Только и дело у тебя, газеты да письма. Говоришь, болею, а кто не болеет? Какие все нервные стали. Война, будь она неладна. Третий год конца не видно. А тут еще этот снег на беду. Сын в последнем письме писал, что плечо уже заживает. Теперь его в Ташкент долечиваться переводят. Моя старуха меня поедом ест. С утра до ночи твердит, едем да едем. А как ехать? Приедешь туда, а он там ли, нет ли? В Ташкент съездить, не к колодцу за водой сходить. Я все надеюсь, может быть, будет письмецо от него. Потому и хожу к тебе каждый день. Ты, дочка, уж извини меня. Сынок, Сырхан ага, говорят, сегодня режет верблюда. Попросить бы у него кусок шкуры на хамчарыке. Шить их недолго, вот и обувка будет. И тогда я пойду за почтой. Люди и вправду не виноваты, что у меня дырявые галоши. Нет, я сама пойду. На улице все холодает. Лучше, мама, я сбегаю за шкурой. Тут ведь недалеко, я быстро вернусь. Постой. Давай ноги обмотаем чем-нибудь. Да не надо, мам. Ой. Ура!
ботинки замочить. Беги домой, бабушка печку затопила. Боишься? А что, я испугался? Сейчас я тебе покажу. Держи. Не подходи, сынок, близко к крови. Ты еще мал. Где газеты, шалопай? Где газеты, я спрашиваю? Ну? Получу я, наконец, газеты. Ты что, молчишь? Отвечай. Эй, то мы. Что ты пристал к мальчонке? Ровню себе нашел? Бездельники они. Как еще с ними разговаривать? Мы здесь, в тылу, все равно, как на фронте. Попробовал бы ты там не сделать то, что требуется. Что тогда было бы? Тебя бы расстреляли, как предателя. М? Так и скажи матери, если сегодня не будет газет, за авансом можете не приходить. Передай за фермой, то мы, сказал. Эй, за фермой. Рахман, не надо, не связывайся. Он ведь все равно ничего не поймет. Поймет. Ты... Ты знаешь, за кого мы воюем? Не знаешь? Да тебе этого не понять. Вот за них. За этих ребят, за их будущее. Ты знаешь, дядя Рахман подошел к нему, схватил за грудки. Да как, врежет. Теперь за фирмой тебя никогда не тронет. Ничего. Я принесу ему газету. Принесу и скажу. Не трогай маму, предатель. Что мы ему сделали? Почему он такой злой? Вот вернется папа с вами, спрошу у него, откуда берутся злые люди.
Вот вернется папа с вами. Девочка, у тебя молоко? Неси сюда. Где здесь у вас кипяток? Вон там. Курбан, я сейчас. Обозналась. Ну ничего, ничего, доченька, ничего. Простите ее. Вот так и ходит. И в мороз, и в жару.
тех пор, как отца на фронт проводили. Пытались объяснить ей, но никак. Может, ей так легче. Ничего, ничего. Это ты, дочка, правильно. Жди. Отец твой вернется. Ты жди. Сынок, идемте, я вам помогу. Что это там? Посмотрите, кто-то шевелится. По-моему, ребенок. Да, в самом деле. Пойду посмотрю. Сынок, там у райпома машина какая-то стоит. Может, уговоришь шофера подбросить вас, а то ваш аул попутных неделями не бывает. Хорошо, пойду узнаю. Дядя, а что с ним будет? Все будет хорошо. Москва, Кремль, 25 января 1943 года. О, Господи, как же так можно? Гульнабат, умная женщина. Как ее угораздило отправить сына в такую даль? Да еще налегке. В дырявых галошах. Тетя не начнулся. Ну что, родной, как же так, а? Карандаш просит. Мама не знает. Я сам пришел. Ты посмотри на него. Сам пришел. Герой выискался. Гульнабат бедная, небось, убивается теперь. Ищет его повсюду, а он... Хм. Надо позвонить в колхозную контору. Алло, алло. Пей, пей. Колхоз, колхоз. Его ждем? Его. Надо же. 5 километров в такой лютый мороз. Ты только подумай. Считай, повезло мне. В один аул двух героев везу. Ну, как он? Уснул. Газеты не забудьте. Давай, дочка. Счастливо доехать. До свидания. До свидания.
Прибыли. Герой. Возьми-ка. Дядя Мурат Кули. Узнал меня. Иди, порадуй наших. Вот как это делается. Учись, внучек. Сарханага! Сарханага! Мурат Кули с фронта вернулся. Здравствуйте. Ой, брачок вернулся. Милый. Папа! Твой отец вернулся, внучек. Наконец-то дождались. Лето, тебя ли я вижу? Сын мой, радость жизни моей. Мой Мурат Кули. Брат мой вернулся. Такой мой родной. Может, и мне дадите обнять сына? Благополучного возвращения, сынок. Папа вернулся. Спасибо. Ой, Мирданджан, а мы про тебя и забыли. Подожди, я сейчас тебе что-то сладкое дам. Мама твоя весь аул на ноги подняла. Хорошо еще, что со станции успели позвонить. А то бы она совсем с ума сошла. Подожди, сынок. Это тебе за радостную весть, мой хороший. Не спеши. А мне что же, в долгу оставаться, по-твоему? Ну, по правде ты говоря, тебя бы выпороть надо хорошенько. Но ты за мать заступился. Вот, для внука старался, да видно, твоя удача. Возьми, носи на здоровье. Побольше бы таких добрых вестей в наш аул. Хорошо. Газеты. Мирдан, это ты? Иди к печке, погрейся. Спасибо. Вот видишь, значит, могли принести. Аванс. Вещь серьезная. Кто-то к нему пристал. Э.
домой. Я думала, что ты уже умылась, доченька. Скоро солнце взойдет, а ты спишь до сих пор. Что соседи скажут? Что наш Бахар лентяйка. А вырастешь, кто замуж возьмет такую Соню? Вставай, доченька, вставай. Пора, козочка моя. Вставай, уже поздно. Что люди скажут? Бахар, слышишь? Вставай. Держи. Позавтракай. Там немного молока. Скажи, чтобы расплатились с тобой за все дни. У нас муки осталось совсем мало. Ой, опять опоздала. Сама приберешь тут. Бахарджан, здравствуй. Здрасте. Сегодняшним будет 3 литра. Да. Давай помогу. Передай маме Бахар. На днях расплачусь. Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города Ржев. Немцы давно уже превратили город в город. Девочка, иди сюда. Подойди, не бойся. У тебя молоко? Парное? Налей мне немножко. Возьми, дочка. Нет, нет, не надо. У нас никто не курит. Бери, на что-нибудь обменяешь. Дяденька, у нас дома все есть. Пейте на здоровье.
Дяденька, не плачьте, не плачьте. Это я так. Парное молоко. Дом вспомнил. Далеко Татарстан. Далеко. У меня дома тоже две девочки. Фарида и Фатима. А тебя как зовут? Бахар. Красивое имя. Весна, значит. А меня зовут дядя Ахмадулин. Кто это к нам пришел? Дяденька, давайте и вам налью молока. Ну что ж, от парного не откажусь. Кутя-кутя-кутя, ах ты мой хороший. Сердар, знаешь, кого я сегодня видела? Я видела настоящих солдат, только они раненые. Где видела? Знаешь дом, где раньше делали папиросы? Его побелили, кровати поставили. Там так много раненых, а еще вчера их не было. Я так испугалась, они все перевязаны. У одного дяди нога на проволоке висит. Так жалко. Пойдем посмотрим. А кто корову будет кормить? Надо еще травы накосить. Завтра про папу спрошу. Может, кто видел папу? Я тоже пойду. Что ты маленькая? Не плачь. Не нужно плакать. Мы скоро приедем, тут уже близко. Николай, давай мигом. Дядя Ахмадулин, это я. Ой, не хватило. Ничего, ничего, доченька, мы поделим. Мы все тут делим. Спасибо. Дядя Ахмадулин, вы на войне были? Да, доченька, на войне. А моего папу там не видели? Где он воюет? На войне. Как фамилия твоего отца? Атаев, Дурды. Нет, не знаю. Не встречал такого.
Бахар, доченька, война большая. На фронте встретить друг друга очень трудно. Ты только не огорчайся. Твой отец, конечно, жив. Воюет. Вот победим, и он вернется. Обязательно вернется. Подожди-ка. Давай спросим в других палатах. Никитин! Чего? Спроси у своих. Не знает. Атаев Турты. Атаева Дурды. Атаев Дурды? Сейчас узнаю. Ребята, кто знает солдата Атаева Дурды? Атаева Дурды? Атаева Дурды? Атаева Дурды? Атаева Дурды? Атаева Дурды? Нет, дочка, не знает. Ребята, кто знает Атаева Дурды? Когда вы получили от отца последнее письмо? Давно. Ты завтра его принеси. Мы пошлем запрос и отца твоего разыщем. Хорошо? Хорошо, дяденька, спасибо. Спасибо, дядя Ахмадулин. Бахар, подожди. Пойди сюда. Выкладывай, Сурен. Освобождай торбу. Это тебе от недействующих бойцов действующей армии. Ой, не надо, дяденька. У нас дома все есть. Бери. Бери, Бахарджан. Не стесняйся. Нет, нет, не надо, дяденьки. Я вам так молоко приношу. Хоть сахар возьми. Для братика. У тебя ведь есть братишка. Спасибо. Да, заварил ты кашу, Ахмадулин. Старшина, посоветуй, что делать. Ты же у нас башковитый. Не трогай. Вы что это с утра такие постные? Весна на дворе. Да вот Ахмадулин устроил нам сабантуй. Девочка весь бидон опорожнила тут. Взамен ничего не взяла. А они, наверное, этим кормятся. Откуда я знал, что так получится? Разве мне молоко нужно было? Смотрю, идет крошечка. Такая милая. Своих вспомнил. Оно вон как. Да вы что, сговорились? В каждой палате полные кружки. Встретили доброго человека. Пейте на здоровье. Без того тошно, что вы с ней носитесь. Пить, не пить. Оставьте меня в покое. Оставьте. Оставьте меня в покое. Что с ним? Вместо дома воронка. Всю семью разом. Трое мальчишек.
Это ты его так привязала. Ногу он высосал. Нисколечко. Я его с утра держу. Сердарчик, что скажу, только никому не говори. Что? Клянешься? Я не знаю как. Клянись хлебом. А я уже его съел. Все равно клянись. Ну, клянусь. Молоко я... Знаешь, ранее обещали найти папу. А как? Не знаю как. Да, пошли, они сахару дали. Сахар? Дяденьки, я пришла. Сурен. Что? Передай девочке. Бахарджан, это тебе от дяди художника. Возьми. Ой. Нравится? Да. Играй на здоровье. Спасибо, дяденька. Дяденьки, давайте кружки. К нам сейчас нельзя, Бахарджан. У нас обход. Врачи скоро придут. Они в соседней палате. Тут дяденьки. Там тяжело ранено лежит. Бахар, доченька, мы тут посовещались и решили, знаешь, больше не приноси нам молока, ладно? Ведь раньше ты продавала его, правда? Ты только не обижайся. И покупатели, наверное, давно ждут тебя. Ой, дяденьки, это только вам. Мы продаем другое молоко. У нас еще две коровы. Мама говорит, что вам надо быстрее поправляться. Мама говорит, что мы фронту помогаем. Наш папа ведь тоже воюет. Дочка, не отнесешь ли письмо на почту? Не дождусь от родных весточки. Три письма уже отправил. Может, затерялись где? А своей рукой бросишь в ящик, вернее будет. Знаешь, где почта? Знаю. Вот артистка. Попробуй, разберись, где правда, а где нет. Заморочила нам голову и ушла. Да, теперь так и будет носить. Вы как хотите, а у меня это молоко поперек горла стоит. Сестра. Что случилось? Ваш сын пришел. Что?
Что ему нужно? Просит вас выйти. Сейчас не могу. Видишь, сколько народу. Скажи ему, пусть подождет. Хорошо? Мама не скоро освободится. Подождешь? Каникулы? Ага. А что ж ты такой грустный? Мама еще вчера обещала отвезти меня в ОУ к бабушке. Как тебя зовут? Аман. Аман. Слушай, Аман, дело есть. Нам разведчик нужен. Это она? Тихо. Делай вид, что не замечаешь ее.